пятиэтажки, застывший парад, и сквозь них навстречу рвется закат. Он дарит ей немного жалкого тепла, и это так нужно, ведь она так ждала. Маленькие дети на крыше домов, всех улиц районов, кварталов, городов, тянут руки к солнцу, ловят тепло. Но вот это солнце, растворившись, ушло. По домам, встречают там пап, встречают там мам. Маленькая девочка, где ты была? Ну как им объяснить, что не хватает тепла? Как объяснить, что их дом и работа, настоящая жизнь, лишь по субботам? Это не та жизнь, которую надо. Мама, я хочу, чтоб ты всегда была рядом. Маленький